Приветствую вас, дорогие наши зрители. Ну что ж, вторая каточка в моей жизни. Да, вот так вот происходит. Люди проголосовали, что надо попробовать, надо попытаться, возможно, что-то получится. И плюс еще планируются прекрасные, разные, интересные дополнения. Какая юбочка. Вот, всякие интересные штуки, поэтому вот так вот все. Надеюсь, что-то у нас получится. В прошлый раз мы заняли стандартное 17 место. Сейчас я не знаю, что мы займем. Надеюсь, мы хоть раз в жизни возьмем первое место. Надеюсь, когда-нибудь. Но мы стрелять не научились и даже не знаю, научимся или нет. Так, у нас прекраснейший какой-то простор города. Простор чего-то, карта здесь... Так, а у нас есть списки испытаний. Я даже не знал, что здесь есть письки испытания, бляха-муха. Какие шары прекрасные, боже. Очень огромная карта. Везде можно путешествовать. Надо бы вылезти где-нибудь в необычном месте. Я даже не знаю карту, где лучше всего появляться. Пишите обязательно в комментах, где лучше всего приземляться. Вот, чтобы хоть как-то более-менее выжить. Вот. Нормально, у меня даже юбка не задирается. Хотя, если падаешь как раз юбка отсюда, то есть она мне в лицо должна упасть, да. Вот так вот как-то. Вот такая вот штука-дрюка. Так, ну, надеюсь, что-то мы найдем. Надеюсь, что-то путнее. Надеюсь, хоть какое-нибудь оружие. Прекрасная все-таки анимация и прекрасная оптимизация, на мой взгляд. Не знаю, вот сколько... Вторая катка моя в жизни, и я восхищен в какой-то степени, но умру, конечно, я быстро, как и всегда. Так, вон эти десантники Степочки на всякие разные. Они приземляются. Так, открываем дверь, Эвка. Хотя бы есть дробаш. Это уже хорошо. Сковородка. Жопа прикрыть, да? Прекрасно. Тихо. Что ходит сверху или что-то такое? Ходит кто-то, я слышу кого-то. Так, тихо. 5 патронов. Или это я на свои шаги так реагирую? Хорош, хорош. Первый. Чё она сюда не пришла? Себе? Смотри, все есть. И броник есть. Все есть. Пистолет есть. А, у меня рюкзак же первого уровня. Ну, этот по цвету другой. Что здесь есть? Что у нее выпало? Полицейский рюкзак, 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 инвентарь, обходная аптечка. У тебя эмка была, свадебное платье, шлем. Ну, в принципе, неплохо, на мой взгляд, наверное. Так, у тебя здесь общий броник второго. Каску я заменю. Это я возьму. Вертикальное цевье возьму. А это возьму. Прицел X2. Так, 30 патронов у нас есть. Прекрасно. Надо еще вот этот дом залутать и все. И будет тогда прекрасно. И подхилиться. Мне кажется, дробаш это все равно. Это очень полезно. И опа. Лев второго уровня. Шикардос. Побольше бы... Так, пламя-гаситель. Так, пламя-гаситель, прицел у нас все есть, прекрасно. Вертикальное цевьё, нахрена у меня столько его, да? Может быть, увеличенный сюда поставим? Давай, сожрем. Сожрем аптечку и пойдем вперед. Посмотрим. Через 2 минуты начнет. Я надеюсь, что я в зоне. Я очень надеюсь, что я в зоне. Так, мы... Бля, вот с какой стороны? Ну, с какой стороны стреляют, но я не понимаю, с какой стороны. Я так еще не научился определяться здесь. Как бы типа прицел, но как бы типа не знаешь. Так, ладно, идем пока. Где-то стрельба идет, и ладно. Опа. Ну, я не знаю, я думаю, здесь с автомата смысл. Ну, а чем мы нанесем сэмки? Скажи, пожалуйста. Тем более, имея 28 патронов. Давай-ка мы лучше вот сюда сбегаем. О.
Тихо. Че, он вылезет? Он вылезет или нет? Тихо. Я надеюсь, что я его загасю. Загасю. Он дверь закрыл. Или что-то такое. Ну-ка, подожди. Либо он технично уходит в другое место. Тварь. Так, тихо. Тихо. Ой, хорош, хорош, хорош. Я очень просто молодец. Я 2 кило сделал сам самостоятельно. Порадуйте за меня, братцы. Выпейте за меня чего-нибудь, крепкого чая хотя бы. Пожалуйста. Пожелайте мне удачи. Так, пулемет Томпсон. Прицел 4х, прикинь. Прицел 4х. Так, а у меня жилет какого уровня? У меня тоже 2. Так, что у тебя есть? Ну, может, у тебя что-то путнее? Так, это мое. Пошли, М1 полицейский. М4-16, М16-4. Ох, тихо. Кто, откуда, зачем? С этой стороны, да, меня стреляли? Или нет? Тварь какая-то. С этой стороны, да? Не понимаю, откуда. Но... Блять, у меня хилки нету, понимаешь? Я хочу подхилиться. Очки ледяной, сучки. Так, давай так. Тихо, тихо. Мне так сыкотно, что вы просто не представляете. Но у него ни хрена нету. Прицел 4х, может быть, 4х-овый поставим. В принципе, у нас все. Хотя я чувствую, что здесь кто-то есть. У нас 20 патронов есть. Так, перезарядка. Сразу подготовить оружие к выстрелу, если что. Так, ну смотри, здесь что-то есть. Так, тихо, тихо, тихо. Ух ты, бля. Он в доме сидит или что, я не могу понять. А, вон она, тварь. 9-миллиметровка. Ну, сучара же, ну. Хорош. Это он меня гасил же? Или другая тварь? Я просто даже не знаю, что здесь. 9-миллиметровка. Что у нас с броником? Вроде цел. Надо идти к нему. Вот, возьмем поближе оружие. Так, мы сделали 3 килла с вами. О, бля. Какое приближение у него шикарное. Прикольно, что здесь 2 режима переключения. Мне нужна хилка. Если есть хилка, значит хорошо. Угу, угу. Синий чип, это что? Специально 7-5-3 пасы. А что это такое? Ну типа. Забрала. Что мне это даст? Шлем 2 уровня я возьму. Не знаю, синий чип это типа хорошо или что? Или что? Хорош. Аптечка, бинты, монеты. Шикарно. Давай. Бля, страшно вообще, писец. 55 живых, я всего 3 убил, представляешь? Представляешь, братан? А, братанчик? Я вообще, я просто немножко поражен, если честно. Я сейчас чувствую, что выйду, и просто меня кто-нибудь жмякнет. И жмякнет так сильно. У меня...
Бля, прицел X6, прикинь. И, братишка, X6. Я даже не понимаю, что и как, и почему, ну. Блин, я иногда на свои шаги очень жестко реагирую. В смысле, подобрать горный велосипед? А зачем здесь велосипед? Бля, можно здесь просто переждать и все, когда все закончится? И типа победить, первое место взять, не? Так, вот сюда схожу еще. Бля, ну вроде не вижу врагов. Очень, вроде не вижу. Но это не точно. Так, шлем первого уровня. 12 калибр дробаша. Второй у нас есть. Пламя гаситель он наденет. И, в принципе, хорошо. Вот сюда он, получается, успел зайти. Так, второй уровень. А, полностью. Все отлично, все есть, все классно. А, второй. Вроде все хорошее, все лежит. Переключиться ДБС. Что такое ДБС? Это дробаш, да? Подожди, это же берил. А берил же это хорошо, ребят. Тихо. Я же слышу, что он здесь. Что он бегает? Либо он пробегает. Ну-ка. Тихо. Я же знаю, что здесь где-то был. Либо он пробежал мимо меня. Вот сюда. Нам же сейчас в сторону надо. Зона-то сужится. И все. Жопа будет нам. Давай, побежали. Тихо. Да хорош, но почему побить-то не могу? Не могу попасть. Хорош, 4 убил. 4. Может быть, винторез или что-то? Это же винторез. Так, убито 4 более противника в одном матче. О, первая ачивка. Крутая ачивка. Ну, типа, крутая ачивка. Так, идем. Попробуем у него забрать то, что заберется. Ну-ка. Так. Тихонечко, ребят, тихонечко. Главное не обосраться. Так, можно присесть? Походную аптечку я заберу. Это я заберу. А, то понятно, почему не мог попасть по мне. А... О, ебать! Все, нам хана. Зона, скорее всего. Ну, просто в кафе, в писец какой жопе идет. А тут смотри, сколько трупов. Мы не успеем. Была бы тачка, я бы успел, наверное. А так... Я просто тупо не успею. Сука. Давай. Может быть, поможет. Подхилил. Но она сильнее сейчас отнимает. Очень как сильно. Давай, братишка, давай. Пожалуйста, умоляю, добеги. Не хочу умирать, как чуморик. Пожалуйста. Умоляю тебя. Хотя бы один хп оставь. 29 живых. Пожалуйста. Давай. Умоляю тебя. Добеги. Сужение через одну минуту, блядь. Прекрасно. Ну, вроде успеем добежать, наверное.
Вроде как успеем. Но одно могу сказать точно, что мы без хп, мы без всего, мы в полной сраке, блядь. Ну. Давай, давай, 40 секунд, у нас есть время. Ты шо, ёбнутый? Не стреляй, пожалуйста. Пожалуйста, не стреляй. Будь человеком, а не хуйлом. А, надо было за камень, что ли, спрятаться он тут. Через 5 секунд. Мне вообще кажется, что он в той хате. Бля, 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 бля. Давай, давай, хотя бы хоть как-то. Хорош. А чё он ко мне так бежал целеустремленно? Скажи мне. На что он рассчитывал? А, у меня... А, блядь, кар хорошая штука, наверное. Если попадешь. А у нас как раз есть прицел хороший, не? Х6. Так, идем к зданию. Перезаряжайся. Блять, патронов нету. Хотя у него патроны были. Пожалуйста. Кто сменил шило на мыло, как говорится. Хотя, ну какой шило на мыло, в принципе. Блять, у него нет патронов. Живи как хочешь. Умирай как приятель. Эх. За что мне такое счастье? Ладно, в любом случае мы выжили. Преследуйте в отмеченную зону. За 1 минуту 40 секунд. Может быть, здесь тачка будет? Вон, я вижу, люди бегут. Ля, ну... Блядь, кар это... Ой. Кто стрелял-то? Какая тварь? Варёныш. Так, давай пропустим. Вот у нас ебантяй какой-то, блядь, орёт. Как ебан. Все, опять зона. Это 100% за мной сейчас опять охота. Хотя до зоны я вижу. Так. О. Машина, тачка, 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 брат. Тачка, тачка. Охрененно. Погнали. Срать на этого дебила. Мы еще с ним встретимся, как говорится. Здесь по-любому врагов херова туча. Так, ну я в зоне, это уже хорошо. Так, тихо. А где враги-то? Хоть один, где заныкан? Ехца, ёшкиндрин. Ля, вождение, конечно, здесь безупречно, на самом деле. Я вообще даже не вижу никого. В центр сейчас подъеду. Там же будем разбираться. Так, тихо. Ебать, я пересрался. Бля, я так обосрался.
Я сейчас просто обосрался. Я сейчас просто охуел, я бы сказал. Так, ладно, бинты меня спасают. Надо хилку хоть какую-то взять. На крайний случай. О, для 762. Бинты, энергетик, граната. Блять. Ладно, я что-то взял непонятное. И не знаю, что взял. А, ладно. Нету времени здесь менжеваться нам. Так, перезаряжай вот это. Винтовка. То, что нам нужно. Блять, я не вижу. Я просто не вижу. Я просто не вижу. Ладно, идем. Может быть, подойдем к этому? Блять, а если у меня патроны кончатся? Вот просто, блять. Вот это 312 патронов. Еще как-то поверю. Так, прицел есть, это хорошо. Действуем аккуратно, как ниндзя. Блять, ни одного врага. Интерпервом, повторная награда через 10 секунд, скучная граната X1. Я не умею им пользоваться, мне срать. Мне просто хотя бы выжить. Пусть им живых осталось. Хоть один враг, покажись. Бля, там сундук есть. Ну, как правило, его, скорее всего, наверное, будут охранять. Блять. Скорее всего, подъезжает туда. Надо технично тогда действовать. Очень технично тогда действовать. Чтоб никто не заметил. Так, ну у него машина приехала, ладно. Но я их не вижу. Кто в кого стреляет, а? Хорошо, он врезался и технично типа ушел, да? Так, идем сюда. 6 живых осталось. Ну-ка. Вижу врага. Хорош, нахуй. Бля, тут еще один прошел. Ну вылези. Я же знаю, что это здесь. Сука, спрятался, тварь. Тварь бобруська. О. Ты в зоне, брат.
Сука. За камень спрятался. Давай, давай, давай. Погнали. Хер с ним. Чё будет? Тут чуть-чуть будет. Ебать, крыса ебаная. Пистолет и пулемет был у него. А, третье место. Прошу простить. Я серьезно, я делал все, что мог. Вот прям реально. Я считаю, что неплохо для второй катки вообще в жизни. Вот, все. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо, всем пока. Как-то так, братан.